Ты будешь папе помогать сегодня? Да. А что ты будешь делать? Что это? Какой-то посой. Это чесночок. Это посой был. А что ты будешь готовить сегодня? Обед. Я буду готовить обед. Обед. Да? А из чего ты будешь готовить обед? И это будет обед. Ага. Мы будем обедать салатов. Ну да, это можно назвать теплым салатом. Друзья, всем привет! Я сегодня со своим маленьким помощником, который уже раздербанил чеснок. Ты будешь помогать папе? Вот, на самом деле, блюдо достаточно старое, ему лет 3-5 где-то, я давно его увидел. Это кабачки в ореховом соусе. Очень вкусно, но реально можно готовить быстро. А большинство рецептов какое-то затянутое в интернете. Давайте приготовим. Давай. Давай. Смотрите. Ой. Свежие кабачки. Вот настоящие. Их надо... Настоящие, конечно, настоящие. Их надо нарезать вот таким вот кубиком. Это кубики, папа. Да, кубики. На самом деле, сейчас у православных Великий пост, так что блюдо абсолютно будет постное. Произвольный кубик, как вам нравится? Продолжайте нарезать вот таким вот размером. Ну вот, видишь, как ты сам нарезал? Нравится? Да. Мы поставили на газ сковородку, разогрели. Пару ложек растительного масла. Можно добавить сливочного. Вкус будет вообще супер. А теперь даже не будем дожидаться. Да. Ой-ой. Выкладываем одним слоем наш кабачок. Главный момент. Не надо солить кабачок. Он выдаст воду из себя и будет вареный и невкусный. И вот те же вот маленькие дети, вот такие вот, они не будут есть такое... Да-да-да, непонятное блюдо. Я маленькая была, не любила кабачок. Ой, я честно говоря... Ой! Ой. Соскользнул я кто-то. Я в порядке. Ты в порядке? Он в порядке. Ну, хорошо. У нас есть великолепный чеснок. Прям такой вот. Вот. Смотрите, он молодой, душистый. Ой, это просто супер. Кто-то уже же попробовал, да, у меня чесночок? Попробовала. Плохо не было, нет? Еле жива осталась. Вот. Возьмем пару зубчиков. Я их чуть-чуть почищу. Вот так вот. А теперь я передам своему помощнику. И мы не будем мучиться ни с нарезанием, ничего. Костяныч, укладывай чеснок вот сюда. Ручки туда сувать нельзя, там острый ножик. И еще вот это укладываем. Вот. Теперь бери. Лучше сушеные петрушки, ничего не даст запаха. Давай высыпаем. Петрушка, грецкий орех. Аж рот открыл от удовольствия. Да? Теперь живая свежая петрушка. Клади. А, тебе запах нравится? И теперь я положу пару щепоток соли. Это где-то пол чайной ложки. А теперь мой ассистент. Нажимай кнопку. Нет, вот эту. Не бойся, нажимай. Нет, вот кнопочка. Дави. Нет, рядом. Дави. Смотрите. У нас получился вот такой вот орехово-чесночный фарш. Это волшебно. Как тебе запах? Я обожаю все нюхать. А теперь добавим пару столовых ложек оливкового масла. А теперь еще раз ставим и чуть-чуть нажмем кнопочку. Давай, дави. Да не бойся, прям дави. Да-да-да. Давай, без света. Вс,
Все. А, это вообще что-то с чем-то. Это оливковое масло, грецкий орех, чеснок и петрушка. Как тебе? Обалденный запах. Кабачки уже пора перевернуть, пока мы готовили соус, потому что они обжарились. С одной стороны. Пообжариваем их еще минут 5. Смотрите, классные обжаренные кабачки. 4 минуты, не больше. Я нашел свою посуду, которую покупал специально для этих целей. А, они горячие, они вкусные. Не жарьте их слишком долго, они перепотеряют упругость и будут водянистыми и невкусными. Детей, посмотрите, тут старший потянулся. На запах. На запах. Пришел на запах. Пришел пробовать? Вот. Давай кубики сюда. Кубики? Кубики сюда, подожди. Мне просто неудобно ложкой доставать. Ребят, искренне советую при жарке добавить сливочного масла. Будет вообще супер. Я просто не ем сливочное масло. Наша орехово-чесночная масса. Ну что, Костян, будешь укладывать? Да. Смотри, надо взять вот так вот чуть-чуть и на наши кабачки положить. На, давай, помогай мне. Бакаю. Давай, клади. Опа. Опа. Ой, ничего страшного. Можешь. Ничего страшного. Давай сам. Ты быстрый. Давай сам. Я быстрый. Давай. Слышали? Я быстрый, оказывается. Вот. И мы вот этим вот укладываем. Пробовать будешь, Кость? Нет. Не будешь? Ты же сам готовил. Как это приготовить и не попробовать? Да. Эх, если бы не дети, я бы сюда еще чуть-чуть красного перца бы добавил. Но... Давай мне перец. Да, а у тебя дым из ушей не пойдет? Да. Пойдет, ну тогда не будем добавлять. Ну окей, смотрите, вот что у нас с Костяном получилось. Это великолепно пахнущее, вкусное и быстрое блюдо. По факту, за 5 минут. Всем приятного аппетита. Извините, что меня так долго не было. А, то есть оператор, и мама, и жена по совместительству, и приятного аппетита. Вот это вкуснота. Ну что, Костян, идем пробовать? Да. Всем пока-пока. Ребят, пока-пока. До скорых встреч.